Соответственно, чем больше горит, тем быстрее меняется климат. Чем быстрее меняется климат, тем хуже условия, в которых горит. В менее освоенных лесах, то есть фактически пожары конкурируют с людьми за древесину. То, конечно, это такое вот прямое человеческое воздействие на ухудшение экологической среды, на нашей окружающей среды. И, конечно, есть связь с климатом. Но эти пожары стали возможны в тех регионах, где раньше их не было. Меняются, они уже поменялись, у нас уже выросла продолжительность пожара опасного сезона, у нас уже выросла интенсивность засух, ураганов, соответственно, интенсивность пожаров, которые в этих условиях возникают. Поэтому получается, что борьба с пожарами – это прямая борьба с изменениями климата. Для того, чтобы повлиять на ситуацию с пожарами, конечно, в первую очередь надо повлиять на поведение людей. То есть, да, вот новая климатическая реальность, она требует от нас гораздо более аккуратного обращения с огнем и отказа от вот этих устаревших средневековых в основном практик ведения сельского и лесного хозяйства.